Останьтесь, сержант. Мистер Гудсер. Я не стану этого делать. За этим вас и привели. Вы же анатом. Вы наверняка и счет потеряли телам, которые разделали на своем веку. С 20. Я работал с 20. Почему? И не говорите ради образования. Вы делали это ради блага ближних, ради больных, ради умирающих. Надеюсь, помочь им. Именно это нам и нужно теперь. Вы убили этого человека и собираетесь его съесть, но не желаете самостоятельно его освежевать? Что ж, вам придется. Мы не знаем, какие части... Вы знаете, конечно, знаете. Судя по вашему акценту, мистер Хики, вы выросли в месте, где в пищу шли все части любого зверя или птицы, которых могли добыть мужчины. Так что, если хотите съесть вашего друга, вонзите в него нож сами. А меня больше не просите. Я вот думаю, в какую именно часть лейтенанта Ходжсона мне вонзить нож? Пока вы тут сопротивляетесь моей просьбе. Больше не выйдет оставаться в стороне. И мой вам совет. Не ставьте свою мораль выше своих потребностей. Не сейчас. Разве вы не хотите выжить? Поразмыслите часок. А потом будем считать, что вы сделали выбор. Поднимайтесь, лейтенант. Вы так мне руку сломаете. Оставьте его, оставьте! Дайте мне 40 минут.